пригласим сейчас на сцену команду наших мужчин, которые, завоевав право на республиканском конкурсе летом в Сиеровиче, достойно выступили на международном конкурсе «Немук» называется, 2015, в Словакии и заняли 5-е место среди 20 команд Европы. Я прошу поклоняться втроем. Я начну с того, что по представлению Союза белорусских пчеловодов все трое награждены почетной грамотой министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Вот я эти почетные грамоты получаю. Михаил Воронченко, Михаил Дмитриевич. Класса Ждановицкой средней школы живет Рахманов, специалист. Дальше грамота вручается Вохминцеву Данилу Сергеевичу, 10-я школа города Полоцка. И Скороходову Александру Андреевичу, тоже из города Полоцка, 10-я школа. Он, кстати, победитель конкурса нашего республиканства. Сейчас еще грамота. Вот вручим им некие пакеты. Они сами разберутся. Также, значит, все трое награждены дипломами Союза белорусских пчеловодов. Так, я хотел бы сюда, чтобы поднялись два человека, которые готовили команду, которые внесли большой вклад в то, что они добились хорошего результата. Ковалюк Анастасия Анатольевна, я здесь. Ну, тогда еще второй Скороходов Андрей Владимирович. Да, извиняюсь.
Антон Владимирович Скороходов долго получил диплом. Значит, он сейчас по его инициативе организовал он кружок при отделе образования в Полоцке. Самостоятельно пригласил детей, которые интересуются пчеловодством. Настя, поднимите сюда, пожалуйста. Вся семья, значит, пчеловоды. Вот рядом с ним Миша, вот он в прошлом году ему было сколько, 8 лет, 9 лет, он уже участвовал в конкурсе, кстати, получил грамоту за хорошее знание пчеловодства и умение работать на пасеке. Вот Анастасия Анатольевна Ковалюк пришла, она внесла очень большой вклад в развитие юношеского пчеловодства в Беларуси. Я тоже всех зачитываю. И успешно подготовил команду юношей для участия в 6-м международном конкурсе в Словакии. Вот в настоящее время и Анастасия Анатольевна проводит там у себя в Ложинском районе школу детей, которые интересуются пчеловодством, организовала. И вот я даже видел по своей собственной инициативе, съездила в Витебскую область, как она называется, школа, и привезла из специализированного учреждения учеников, которые тоже занимаются пчеловодством. Я сейчас мы похлопаем Анастасию Анатольевну, поблагодарим ее за большую работу. Вот, к этому я могу добавить, что конкурс – это пик нашей работы. Наша работа – это внизу. В сельскохозяйственных предприятиях, в агрогородках, в школах. И я обращаюсь ко всем пчеловодам, кому, с кем еще не успел переговорить, надо находить вот контакты с фермерами, с известными пчеловодами, с директорами школ, с районным руководством, с народными отделами народного образования. Значит, вот побольше людей привлекать. Пчеловодство – это не только просто там пчела мед. Это глубокое изучение родной природы, это, в конечном счете, приобщение детей с юного возраста полезному для общества делу. Я еще раз поблагодарю наших всех причастных к этому делу людей, и мы их отпустим.